Друзья, всем привет! Всем привет! Сегодня мы решили выехать в наш всеми любимый степной Крым, протестить наш долгожданный гаджет. Мы даже и не думали, что он у нас появится. Он у нас появился. Друзья, мы просто полетали уже, как бы мы дрон поставили, он сейчас лежит, отдыхает. Когда вы первый раз летаете на дроне, я думаю, это чувство знакомо многим, кто уже летал. Но мы прям первый раз, и знаете, прям адреналин, прям, знаете, руки у вас трясутся. Ждите новые видео. Да, теперь у нас... С потрясающими видами, которыми мы будем смотреть и будем показывать. Не отпускать его? Отпускай! Нет, что он не взлетает. Конечно! Ты его держишь? Нет, я его сильно не держала. Страшно, что знаешь, по пальцам. Километр 200, может так. Да, лови. Давай я тут сейчас спускаю, вот мы его. Оп. Все. О, страшно как. Да.
Эмоции переполняют. Улетел, слушай, сердце сжимается. 30 минут назад здесь недалеко пролетал вертолет. Страшновато, знаете, когда вы здесь запускаете дрон, там вертолетик пролетает военный. Это, конечно, прям адреналин зашкаливает и начинает трястись. Мотивирует на самом деле куда-то поехать. Единственное, сейчас пока времени нет, я на стройке, а потом на работе. Ну, будем, друзья, выкраивать для вас времечко. Пока тепло, можно куда-то съездить. Да даже, ну, я думаю, если пасмурная погодка будет, можно поехать куда-нибудь в лес, в горы и полетать над Крымским лесом, над Крымскими горами. Ну, все-таки виды с высоты, они всегда поражают. Да. Где бы они ни были, маслина. Надо. Друзья, кушал маслину, не увидел, что у меня здесь черненькая, это маслина. Я, наверное, буду во всех кадрах с этой маслиной на зубах. Вот для нас Степной Крым — это интересное место. Вы кто-нибудь видел у блогера? У блогера видели кто-нибудь крымских, вот, чтобы они летали над Подбединской рекой? Ну, правда, мы не долетели до нее, но все равно там видели издалека. Да, мы испугались. Вот. Ну, потом еще долетим. Над высохшим каналом. Вот именно в этом месте. Нет. А мы летали, да. Пускай это в тестовом режиме, но мы летали. Так, ну что, я предлагаю сейчас проехаться на великах, сделать актив трек, и пускай дрон летит за нами. Осталась одна еще батарея заряженная, потому что мы первый раз летали далеко, там полетали к фермерам, а вторую батарею летал Богданчик, вот летали дети, ну, даже Ленька вот так по спирали кружил. Да, по спирали наверх поднялся. Вот, короче... Даже ребенок справился. В спорт-режиме. Быстро посадили батарею, конечно. Ну, полетали прям круто. We'll be right back.
Да, теперь все надо убирать. Ветки, эти... ветки попали, не увидел он, да? У него боковых, да, датчиков, смотри, просто нет, он боком именно пошел. Угу. Все, выключаем. Да. Прям рекомендую всем, всем, кто только начал, не слушайте, если вам скажут, вам надо сначала натренироваться на каком-то там попроще дроне. Нет, надо учиться сразу на хорошем дроне. Потому что все очень упрощенно. Ну, не то, что сразу учиться, это легко, если честно. Все, друзья, всем пока. Сейчас начинается дождик, надо быстро все собирать. Пока-пока, друзья.